1997 году впервые для чествования в администрацию города пригласили супружеские пары – золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров. Прошло 19 лет, а традиция продолжает жить. Виновников торжества встречал духовой оркестр. Всем тем, кто уже столько лет верен любви, вручают букеты белых ромашек. Этот нежный цветок издавна считается на Руси символом любви. Гости праздника признаются, что мечтают о такой же долгой супружеской жизни. Сохранить семейные ценности – такое общее слово, но если нет конкретных примеров, то очень сложно рассказывать молодому поколению о том, как это. Что для этого нужно сделать? 73 семьи в этом году отпраздновали золотую свадьбу. Позади 50 лет совместной жизни. Радости и печали, победы и разочарования. Все это супружеские пары переживали вместе. Никто не сомневается, что впереди у одинцовских юбиляров еще много всего интересного. Церемония сменилась праздничным концертом. Перед юбилярами выступили Татьяна Лякишева, Надежда Чирага, а также театр-студия «Ладушки». Анна Макарова, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».